Лох продукшн при моральной поддержке сайта allergypress.sram представляет. Здрасте. Получил посылку. Извините за мое мямление. Я просто чуть приболел. И больной тут вышел. Вышел тут, поснимал и обзорчик немножко решил накатать. И поэтому буду мямлить тут туда-сюда с пустого порожня. Вот такой вот видеорегистратор. Купил отцу подарок. Машину. У меня машины нету. А решил купить вот такой вот регистратор отцу. Купил там что-то за 200 гривен на Али. Я выложу там ниже ссылочку на продавца, где его купил. На мошенника. Продавца-мошенника. Который в шапочке, я там покажу, как я выбирал его. Ну, посмотрел, написано в шапочке там 1080p, ну, значит, Full HD, там все дела. Думаю, классный, куплю. Цена недорогая, там Макс еще через приложение покупал, там типа дешевле. Ну, а то, что внизу было написано, я не прочитал. Ну, кто будет читать на этом бусурманском языке? Тут еще державну мову не дуже розумію, а ще якийсь там англійський. А Петр Алексеевич изучает англійський, йому положено по статусу. Ну от, не прочитав. Хоча можна було прочитати, я немножко англійський знаю, але туди не дійшов. Как-то спішив, поспішив, быстрее-быстрее і от купив. Що мені в ньому не понравилось? Во-первых, відео. Я сейчас покажу, если я доберусь. Ну вот, в нем есть, можно выбрать. Разрешение написано. И тут три разрешения. То есть 1080p, 720p и VGA. Хотя по факту, я выложу видео в конце. По факту это одно и то же. Они ничем не отличаются. Еще есть недостаток. Он в моем случае записал звук с отставанием или опережением. В общем, не соответствует дорожке звук. С отставанием похож. Или опережением. Я извиняюсь. Я же еще говорю, я заболел немножко. Тут много еще всяких разных меню, которых я не разобрался, правда. Но этот разрешение я все попробовал, оно одинаково снимает на всех разрешениях. Нет тут Full HD, нет тут даже HD. VGA, да, есть, но не Full HD и не HD видео. Так что вот такие вот, самое главное его недостаток. А также увидите, что не соответствует описанию. Тут в описании было написано 170 градусов. Тут нет 170 градусов. Вот максимум 100, ну 110, но я вообще в этом не понимаю. А так может быть 80. Ой. Ну вот такие вот дела. Лох я, конечно, но... Знаете как, ситуация такая, что заработков мало, хотелось что-то купить подешевле, но схитрить получается, да? Ну, все мы так хотим, что-то подешевле купить, чтобы оно было еще хорошее, со скидкой, там, по распродаже и так далее. Ну, это получается то, что получается. Кстати, он, еще вот смотрите, выключается. Это, если пауэрбанк его выключить, вот написано, зарядка, да? Выключаем от пауэрбанка. Полностью заряжен написано. Теперь посчитайте время, сколько секунд он пройдет перед тем, как он выключится. Долго считали? Ну вот тот же. Выключается практически 3-4 секунды, 5. Вот такие вот дела. То есть не включенным, чтобы он не сохраняет ничего. Невозможно использовать его не подключенным батареей
Или как? Я не знаю, у машины нету. Я не знаю, будет он ли работать, когда машина выключена. Наверное, выключится тоже. Хотя вот интересно, что дату он сохраняет даже тогда, когда выключенный. Я не знаю, батарейки, получается, хватает только, чтобы сохранить дату. Ой, ну, в общем, такой вот этот обзор. Не покупайте, в общем, это. Я еще раз говорю, я сделаю ссылку на продавца. Не покупайте у него ничего. Мошенник, он же предупредил. Еще интересный момент, когда я вставлял флешку, чтобы посмотреть, какое качество видео, и на Windows, и на Ubuntu, то в свойствах файла не написано ширина и высота кадра. Видимо, производитель постарался, чтобы эта информация не отображалась, и чтобы потом не открывались споры. Может быть, прошивка такая специально установлена продавцом или производителем, я не знаю. Ну вот еще тоже такой нюанс. Ну все, на этом буду заканчивать. До свидания. И снова здрасте. Это у нас проба видеорегистратора G30. Это у нас в настройках установлено Full HD видео. Как видите, вот примерно так стоял он в машине. Это у нас 170 градусов заявлено продавцом Full HD видео. Кстати, это снимаю с пауэрбанком подключенным, потому что так, а сейчас я поменял в настройках, снимаю 720 кадров, 720p. Это ширина, да, получается. 720, да, шириной. Ой, запутался я. Приболел немножко. Так, а теперь я снимаю в формате VGA. Как тут написано. Тут есть три настройки. 720, Full HD и VGA. Ну, это VGA это самый худший. Но я думаю, вы не заметили разницу, еще раз повторюсь. Вот такой вот.